Марафон скандинавской ходьбы, прошедший в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, был организован региональным правительством и Московским областным отделением «Единой России» в рамках проекта «Старшее поколение». В мероприятии приняли участие около 400 жителей округа пенсионного возраста, многие из которых состоят в клубе «Активное долголетие». Всего марафон прошел в 46 парках Подмосковья. Одинцовский парк стал центральной площадкой. «Мы хотели сделать настоящий праздник для активных жителей Подмосковья серебряного возраста», отметил депутат Госдумы, первый зампред регионального отделения «Единой России» Александр Коган. Именно поэтому была выбрана «Северная ходьба», одно из самых популярных направлений губернаторского проекта «Активное долголетие». Ходьба с палками проста в освоении, не требует специальной подготовки или сложного инвентаря.